Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор детской комнаты в квартире 130 квадратных метров. Площадь этого помещения около 18 квадратных метров. Здесь смонтированы натяжные потолки с крупными точными светильниками, которые дают достаточно света. По центру люстра от пульта работающая, которым можно разные цвета делать. Римские вот такие розовые шторы. Большой подоконник, радиатор, вывод переделан, как всегда, из пола на стену. Плинтус в цвет наличника двери. И по всей квартире в одном стиле сделаны двери, наличники, доборы, порталы, входная дверь. Все в одном стиле, как обычно. На стенах у нас флизелиновые обои. На таких рельефных под декоративную штукатурку обоях стыки просто незаметны. Эти обои хорошо моются, это метровые флизелиновые обои. Далее на полу лежит ламинат Кранотекс немецкий с фасочкой по диагонали, единым контуром по всей квартире, как видите. Также из потолка натяжного на кронштейнах подвесное вот такое вот кресло, на котором можно качаться, развалиться. По сути, натяжные потолки, благодаря кронштейну, можно сделать абсолютно все, что захотите. Любое кресло можно подвесить. Ну и посмотрите с подсветочкой. Вот такая фресочка с попугаями, туканами. Все это такого приятного цвета. Мне кажется, что любой ребенок, девочка в такой комнате вырастет творческим человеком с такими картинами. Ну, мне кажется, очень классно. Для детей, мне кажется, нужны такие яркие стены, чтобы они иногда лежали, смотрели на эту фреску, и она надолго отразится в их сознании, станет чем-то родным, будет отражением дома, уюта. Я помню, когда у меня были тоже разноцветастые обои в комнате, и моя комната была моя пещерка, да, грубо говоря, в которой я чувствовал себя безопасно, и это до сих пор в моем сознании все осталось. Поэтому чем интереснее детская, тем ваш ребенок, мне кажется, будет интереснее в плане развития. Оцените, пожалуйста, как вам такая детская. Кстати, здесь еще у нас стоит Вакио. Вакио – это рекуператор. Сделано отверстие. Он работает то в одну, то в другую сторону. 45 секунд воздух заводит в помещение, 45 секунд убирает. Это рекуператор. И за счет теплого воздуха нагревается холодный воздух с помещения. Итак, напишите, пожалуйста, свое мнение по поводу этого помещения. Понравилось ли вам это детское? Очень интересно ваше мнение. Пишите. До новых встреч. Пока-пока.